запись совместного обращения экс-президента США Билла Клинтона и Джорджа Буша по поводу событий на Гаити. Maar het opnemen van de bijbehorende commercial was niet zo makkelijk als het leek. Итак, джентльмены, это будет просто. У нас всего 4 строчки текста. Первая для тебя, Билл, вторая для тебя, Джордж. Я их написал на листке и буду держать его перед камерой. Окей, давайте попробуем, мотор. Окей, let's give it a try, guys. Action! Мы, американцы, всегда были готовы первыми прийти на помощь. Так, теперь говоришь ты, Джордж. Когда он заканчивает говорить первую строчку, ты говоришь свою, хорошо? Это просто. Сначала Билл, потом Джордж. Мотор. We Americans are always at our best when we suffer. Americans have always stepped up and answered the call for help. George, George, сначала пусть он договорит, потом ты говоришь свою строчку. But there's never been anything on a scale today, President Clinton and I are joining together to appeal to you with real urgency. Боже, дай ему сначала закончить, дай ему закончить, потом ты скажешь свою строчку. Мотор. Then you say your line. Okay? Мы, американцы, всегда были готовы первыми прийти на помощь. Когда мы сталкиваемся со страданиями множества людей, американская нация всегда готова. Блять, кто поставил туда эту ебаную обезьянку? Это ты сделал, Джордж, так вот?